Царицынский парк. Сегодня первый день. Первый день самоизоляции, да. Сегодня мы свободны. Это сегодня какое у нас там 9 июня 2020 года. Угу. Очень красиво вышел. Давай, я тебе интервью возьму. Какой-нибудь. Говори что-нибудь. Ну, расскажи про парк. А я ничего не знаю об этом парке особенного. Вон это вывеска. Вот пошли к вывеске. Я могу только сказать, что здесь проходит что-то с Бобслетом. Пару раз мы проходили, смотрели с папой. Когда он приезжал, здесь гуляли. Мы с твоей мамой здесь были? С мамой? Да, по-моему, были. Дворцовый ансамбль. Вот такой вот огромный парк. Он действительно очень большой. Ну, здесь изображен непосредственно больше, как бы, вот, дворцовый ансамбль. А то, что там дальше еще парк, здесь не ну, все, да. Конечно, изображено. Плюс там фонтаны еще идут, до которых мы еще не дошли. Красивая архитектура. Музей. Сейчас мы туда дойдем, до входа. Его реставрируют. Вот это кольцо. Такое здание под готику. Очень круто смотрится. Особенно здесь очень крутые фотографии получаются.
это, ты видишь чего? А если бы ты вот эти вот шорты не снял, ты бы сейчас мокрый пошел домой. Весь мокрый. Пух уже вовсю летает. Зелень очень насыщенная, красивая. Угу. Чайка какая-то. Вот рыбаки рыбу ловят. Только не знаю, что тут они ловят. Во-первых, у него запуталась удочка вверху. А, удочка запуталась? Да, на ветку зацепилась. Видишь? Ну, вообще как-то странно ловит. И удочка у него странная, если честно. Вот все смотрю, это мелко ловит. Ну, эта ниточка все машет и машет, и все. Утки нас увидели и сразу уплывают. Надо было с собой хлеб брать. Она даже не подумала. Там жарко стеснулись. Жалко, фонтаны еще не работают. Вот такой вот большой парк, это озеро, получается, оно впадает как бы два озера. То есть вот это вот одно большое озеро, потом идет большая дамба. Дамба. Вот за вот этим мостом идет дамба. Вот она. Вот она дамба. И там плюс еще одно озеро. То есть, соответственно, два таких больших озера. И вон еще большая дамба. Там еще сеть. Озер. Тут можно рыбу ловить бесплатно. Вот она большая дамба на выброс. Да. Thank you.
Мы точно туда выйдем? Так, в общем, подошла здесь экскурсия наша к концу. Сейчас мы повернем камеру. Мы решили, что сейчас поедем в Туманинский парк и прогуляемся немного там. Сейчас как раз уже будет темнеть, чтобы успеть все заснять. Темнеть, наверное, будет еще часов в 9, еще часа через 3. Ну да, ну еще 3 часа как раз мы должны успеть. В общем, сегодня первый день, когда людям разрешили гулять. Людей, в принципе, немного, это хорошо. И уже начал падать тополь. Главное, что в камеру не попал. Как вы думаете, что это за птица? В общем, такая вот природа прикольная. Птица полетела, черненькая. Угу. Такая вот брусчатка. Трасса федеральная, а вот сам парк. Коломенский парк. Раньше мы жили в 5 минутах ходьбы от него. Раньше мы жили вот в том... Вот здесь от трассы идет и направо поворот, а там как раз дома. Вот он дом. И вот за вот этими домами как раз там мы раньше жили. Вот он парк. Это маленькая копия, где раньше жил Иван Грозный. Мы приезжали сюда на велосипедах, катались летом очень часто. Да. Я бы с удовольствием прокатилась. Теперь, где мы живем, там уже не покатаешься на велосипедах. Но скоро мы переезжаем. Переезжаем уже через полтора месяца на новую квартиру. И будем искать где-нибудь в этом районе. Если получится, то возьмем где-нибудь здесь. Ходили, гуляли с папой, когда мой папа приезжал. С мамой твоей тоже, по-моему, здесь были, да? Да. Нет, с мамой мы не ходили сюда. Ходили? Не были? Нет, мы, по-моему, не успели сюда прийти. Вот такого вот. Очень жаль. Все из дерева. Сейчас идет какая-то реконструкция. И какую-то площадочку здесь делают. Сейчас мы туда внутрь в арочку войдем в белую. Да. Пойдем изнутри, покажем. Очень красивое, резное. Вон там львы на резном окошке, очень красивые. Где львы? Где трапезная выше. А-а-а. Прямо в центре, да.
Раньше мы здесь на велосипедах катались. Тут очень большая территория. Тут вообще бомба. Потом отсюда до набережной, через сады, там яблоневый сад есть. И спускались вниз по набережной, вдоль набережной катались и обратно таким образом. Поездка у нас занимала, наверное, не меньше часа примерно, может быть, чуть больше. Безусловно, мы останавливались пару раз, наверное, только передохнуть. Вот, уставали, потому что здесь и в горку по-разному дорога, но здесь очень классно, очень красиво. Угу. Обычно тут еще бывает, лесу можно встретить, но сейчас ее нету. Мы здесь катались как-то, здесь есть внутри парка, кладбище и церковь очень старинная. Да, да, тут, ну, туда надо идти долго, тоже. Пешком туда, на велосипеде надо ехать. Там, конечно, кладбище еще довоенное. Там еще снаружи, получается, стоят как склепы, не склепы, как это называется, в общем, когда гроб из камня, и сверху это каменной плитой накрыто, еще вот такие там, получается, могилки. Угу. Очень, конечно, так, специфично. Вот пушка. Ну что, пойдем? Мы когда в Доминикане были, вот такая была пушка, мы здесь на ней фотографировались, настоящая пиратская пушка. Которую достали из воды, она да. Прям такая вся, как в кораллах, какая-то с налетом. Ну, а здесь, скорее всего, наверное, не может быть не настоящий, не запаянный. А нет, настоящая. Выбит даже знак. Крепостная пушка времен Северной войны, 1704 год. Лошадь и лев, да? Я не знаю, я так поняла, что там типа единорога, видимо, или лошадь, может, там антенна, может, какая-то. И лев. Первый раз такое вижу, не обращал никогда внимания. Сколько раз здесь были? Сейчас заметил. Кать, мы сейчас с камерой похожи, как на этих, на кефирников, когда Пятигорск приезжает на водах, да. С камерами ходят. Так и мы сейчас. Ну, мы там в другой цели, мы вообще-то хотим на память все снять. Хотя почему, кефирники тоже ведь на память снимают, да? Ну да. Вот здесь, кстати, на этом месте получаются очень, очень крутые фотографии. Тут у нас уже на этом месте очень много фоток. Тут, кстати, очень круто, в таком стиле сделан ЗАГС. Здесь, вот если прямо идти и налево, тут есть внутри ЗАГС. Тут, конечно, он не бесплатный, но там, конечно, обстановка очень крутая. Пойдем внутрь. Сруб такой есть толстенный. Вот такой сруб толстый.
Вот, кстати, это еще камни, еще не знаю, каких годов. Что там? В окошко. Давай в окошко заглянем. Тут вообще ночью никогда никого не бывает. Мы здесь даже бывало, когда катались в 11-12 ночью на велосипедах. Тут пускают сюда. До час ночи, по-моему, можно заехать. Деревом так пахнет. Да? Ну да, запах, конечно, крутой здесь. Все в дереве. Камни, конечно, здесь вообще огромные. Целые булганы. Обалдеть. Уже ногу сломали об эти камни. Тут еще один двор. Вот такая. Хотел набрать ее, по-моему, куда мы приехали? Коломенский. Да? Да, в Коломенский. И только при входе, ну то, что точнее не в самом входе. Ну, мы уже вошли в самом парке, но вот здесь вот такие ворота. Да, нужно пройти где-то 300 метров. Верхними воротами икона. Надо идти над проходом именно над воротами. Угу. Только кроме чего-то. У меня где-то что? Икона над воротами. Нормально? Да. Пойдем вовнутрь. Толщина какая. Mm-hmm.
Видела? Толщина какая. Да. Из дерева вырезано. Да, это все дерево. Ну, в общем, наверное, ворота, наверное, метров 8, наверное. Да, метр 8 где-то. А там какие-то развалины. Такая старинная церковь. Я, кстати, в первый раз ее вижу. Сколько же здесь раз гулял, что-то ни разу не видел. Казанская Богоматери. Работает. Вот здесь мы делали фотографии на фоне церкви. Очень крутые получаются. Эта церковь еще строилась при Иване Грозном. Сейчас она уже не функционирует. Пойдем вниз? Да, наверное, пойдем. Да? Церковь Вознесения Господня.
сегодня какое число? 9 июня 2020 года. 9 июня. Первый день после самоизоляции. А людей уже пипец сколько. Народу не было никого, было красиво. Пойдем. Вот такие вот птички здесь ходят. Кай, а? Какая-то порода птиц. Откуда я знаю? Я же не кто там в птицах разбираюсь. Тут маленький родничок, только пить его из него нельзя. Договор, все, рассчитаться. Да. Ага, и уже потом. Да. Да, и да. Моя сегодня не фотогеничная сторона. В общем, у нас сегодня был интересный день. Мы заехали в офис. Андрей поменял резину на машине, потому что она стояла зимняя из-за этой самоизоляции. В первый раз в жизни я менял резину в летом, в июне. Вот, подстригся за 3 месяца первый раз. И мы выбрались в 2 парка. Съездили в Коломенский, съездили в Царицынский. Сейчас в Коломенском парке. Записали небольшое видео на память. Очень красивая природа, насыщенная зелень. Ну, мы не стали сегодня записывать в 4К, потому что 4К стабилизации нет, а Full HD есть. Так что мы сегодня записывали Full HD качество.